Накануне Дня учителя представители «Газпром Добыча Ямбург» пригласили 18-ю школу Нового Уренгоя на открытие шахматной гостиной. Проект реализован в этом году при поддержке компании. Александр Сергиенко, начальник отдела социального развития, поблагодарил коллектив школы за инициативу и воплощение этой идеи. Здесь учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, и для их удобства в шахматном уголке расположили напольные, настольные и настенные доски. После официальной части ученики сыграли первые товарищеские поединки друг с другом и с гостями школы. При составлении игровых зон учителя учли и возраст, и особенности своих воспитанников. Когда ребенок играет в шахматы в своей кабинке, он имеет возможность наблюдать за доской, которая магнитная, и рассматривать этюды, которые преподает педагог, и те, которые разыгрывают товарищи. Порой они не усидчивы, но вот именно игра в шахматы позволяет им этой усидчивости добиться, позволяет им научиться быть более внимательными, дисциплинированными на уроках. И ребята любят эту игру.